Добрый вечер. Расскажу вам, что сейчас происходит с моей Анной Жанет. Вот это первая шапка, которая распустилась. И она действительно начинает внутри немножко подсушивать цветы. Как это выглядит? Вот я только что сорвала. То есть у него крайние лепестки такие жухлые, сухие, коричневые. Я его вырвала, убрала, и как бы освободились места для других цветочков. Возможно, его нужно пересадить. Сложно мне сказать. Он в 3 литрах. Пока что я туда не заглядывала, но вот эти шапки следующие уже, они не такие плотные, и, возможно, здесь не будет такого. Ну, это вообще, вот смотрите, она такая плотнющая шапка по сравнению с теми. Хоть я была к этому готова, нет, я не разочаровалась, но мне немного страшно. Почему? Потому что я очень боюсь залить, а все говорят о том, что она должна быть чуть ли не постоянно в воде. Но для меня это очень дико, что пеларгония должна быть в воде. Она у меня мокрая. Грунт. Ну, он мокрый. Я снизу наливаю в поддон, она берет сколько хочет. Но как-то мне стрёмненько все равно. Ну вот как-то так наблюдаю за ней. Чудо такое. Пока что непонятное. Может, когда-то, когда я наберусь опыта, я буду смелее об этом говорить. Ну, пока что просто делюсь впечатлениями, как есть. Может, кто-то не слышал этих советов, и кому-то это пригодится. Постоянно, первым делом, утром и вечером бегу к ней посмотреть, что как. Чтобы, если, не дай бог, нужно будет снимать черенки, если вдруг с ней что-то случится, успеть это сделать. Ну, так. Солнце у меня тут светит. Очень, конечно, красивая она. Просто полнейший восторг. У меня таких еще не было.